Фонд «Кино» провел сбор заявок на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Победителями от Подмосковья стали 5 учреждений культуры. Одно из них – Голицынский КДЦ «Октябрь», который получит субсидию на устройство современного кинотеатра. Культурно-досуговому центру уже более 50 лет. Именно в его зале впервые в Советском Союзе был показан знаменитый фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев».